Лучшего по профессии мастера строительно-отделочных работ выбирают в Иванове. В областном этапе конкурса приняли участие лучшие плиточники, каменщики и маляры области. Теперь вот пришел черед определить самого умелого штукатура. У участников есть всего 2 часа, чтобы как можно аккуратнее обработать свой участок стены. А жюри определит лучшего по профессии штукатура. Ну, критерии следующие. То есть сначала они проходят теорию, вот, отвечают на вопросы тестовые, затем вот, идет установка маяков, вот, затем идет непосредственно штукатурка. Основная, наверное, цель – это популяризация рабочих строителей, вот, строительных профессий.